себя показать и на других посмотреть, продемонстрировать все свои навыки, поделиться лучшими практиками, перенять опыт коллег. Сильнейшие представители рабочих профессий Лебединского и Михайловского ГОКов, ОМК, Уральской стали и Уралмедкома собрались на белгородской земле именно за этим. Корпоративный конкурс профессионального мастерства «Металлоинвеста» – добрая традиция компании, которой уже много лет. Раз за разом это соревнование мастеров своего дела только набирает обороты и становится все интереснее. Его главной задачей – повышение престижа рабочих профессий, совершенствование теоретических знаний и практических навыков сотрудников предприятий «Металлоинвеста». Кроме того, конкурс – это хорошая возможность определить и поощрить лучших, а еще сблизить и сплотить коллектив. Всех его участников поздравил главный инженер Лебединского ГОКа Виктор Мартинсон. Наша компания объединяет более 50 тысяч сотрудников, основная часть которых – это представители рабочих профессий. Ваш труд, ваш профессионализм определяет эффективность и успех развития наших предприятий. Наличие профессиональных кадров определяет конкурентоспособность нашей компании. И мне бы хотелось в этот день, когда мы открываем очередной конкурс, пожелать вам всем успеха. Директор по персоналу Михайловского ГОКа Ольга Сиренко поблагодарила принимающую сторону и хозяев праздника, коллективы ОМК и Лебединского ГОКа за теплый и радушный прием участников. Для того, чтобы потом привести это все к себе, научиться так работать самим, показать эти приемы своим коллегам и этим самым способствовать достижению высоких целей, которые перед нами стоят. Достижение объема производства и внедрение инвестиционных программ, потому что именно это помогает нам жить лучше. Помогает становиться краше нашим городам. Желаю всем успехов в достижении этой высокой цели. В этом году за звание «Лучший по профессии» сразу в 10 номинациях поборются более 60 работников «Металлоинвеста». Все они – победители и призеры внутренних этапов конкурса. У большинства за плечами солидный опыт работы на комбинатах. И каждый настроен на самый высокий результат. И готовились, и учились, и тренировались, и командной вместе приехали и вместе отдыхаем на вашей замечательной базе. Поддерживаем друг друга и готовы к соревнованиям, к любым испытаниям. Ожидания большие, грандиозные и победа, только победа. Машинисты конвейера, электровоза, бульдозера, нагревальщики металла, операторы МНЛЗ, огнеупорщики, слесари КПА, электромонтеры по обслуживанию подстанций, дежурные электрослесари по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари по ремонту автомобилей. Конкурс проводится по 6 основным и 4 вспомогательным специальностям. В каждой номинации по итогам 2 этапов состязания, теоретического и практического, определится 1 победитель. Как разворачивалась борьба за почетное звание «Лучший по профессии» и кто в итоге получил главный приз, расскажем в одном из ближайших своих выпусков.